Хм, интересно. Почетная книга. Плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Здесь что-то еще. Заметки, спрятанные среди щитов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемые. Объект появился на Скеллиге, также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы, шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке, точнее в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет Цири. Потому его и пытали. Я опоздал. Единственная ниточка — это барон и какая-то ведьма. Зараза. Вперед, плотва!
Но! Отдохни. Но! Стой! Кто идет? Барон у себя? А тебе что? Дело есть. Открывай ворота. Нет уж. Мы слыхали, что ты устроил в корчме на Распутине. Таким, как ты, сюда хода нет. Здесь не пройти. Надо что-нибудь придумать. Может, кто-то из местных жителей все-таки отважится мне помочь? Только дряхлый старичок от меня не бежит. Мое почтение. И тебе привет. Все бегут, как меня увидят, а ты нет. Староват я бегать. Да и что ты мне сделаешь? Убьешь? Воля твоя, мне и так недолго осталось. Шкуру спустишь? Так спускать уже нечего. Ты давно тут живешь? Ну, с рождения. Почитай, 70 весен будет. И, наверное, все тут отлично знаешь? Да, не жалуюсь. Мне надо в замок. Можно туда в обход ворот попасть? Можно, только немногие об этом знают. Если бы ты, ну, к примеру, дал бы мне какую-нибудь денежку, я бы, может, и подсказал. Ты мне ради денег помогаешь? Или почему? Тебя ведь не впустили из-за того, что ты устроил в корчме на распутье, так? А тамошний корчмарь — шурин мой. Ничего ты от меня не получишь. Если есть другая дорога, я ее сам найду. Ха, найдешь. А может и нет. Ну что, подумал?
За монетку я подскажу, как войти. Спасибо, я сам справлюсь. Как скажешь. Ну что, подумал? За монетку я подскажу, как войти. Будь по-твоему, не хочу я спорить со стражниками. Несколько лет назад, когда во Вроницах еще старый владетель правил, пропал подмастерье кузнеца. Всей деревни его искали, но тщетно. Наконец нашли ребятенка. В реке. Утонул он. Печально. И как мне это поможет? Через пару дней баба, что служила у владетеля, нашла шапку парнишки рядом с замковым колодцем. Парень упал в колодец? Так точно. А где нашли ребятенка на северо-запад отсюда? Поставили часовенку. Выходит, и вход там неподалеку. Как туда дойти-то? Ступай по той дороге, что через деревню идет, пока не дойдешь до моста. За мостом поверни направо. И дальше иди прямо, пока не дойдешь до развилки. Там опять сверни направо. И по тропке на холм. А сверху как раз часовенка-то и будет. Направо за мостом, потом еще раз направо. Я найду, спасибо. Значит, вход где-то рядом. Вон он.
Вот в Изиме были балы. А, танцевал я там пару раз с моей Анною. Нас, как мы там кружились. Раз, два, три, раз, два, три. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. А? Привет, защитник угнетенных. Быстро новости расходятся. А то! Я как узнал, что ты перерезал моих людей, хотел тебя повесить. Или, по крайней мере, высить. А потом подумал, вот же крепкий молодец, раз с ними со всеми справился. Такой может мне пригодиться. Может пригодиться? Для чего? Вот, пожалуйста, хорошее отношение. Сразу видно, что мы сможем договориться. Прошу, только повежливее, будь так добр. Помни, я еще не решил, что с тобой делать. Поговорим, там и буду думать. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Почему бы нет? А вот это я понимаю. Фольтеста уже нет. Не знаю, что там с Наталисом. Да чё здоровье теперь пьет верный темерец? Выпьем за встречу. Выпьем. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет Мясником из Блавикина. Я знаю, кто ты. Мы только поэтому и разговариваем. Как тебе велен? Мне не нравится. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Ты скажешь, наконец, в чем дело? В Цири? Ты же здесь из-за нее? Значит, она тут была. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. А мне кажется, что история все та же. Рассказывай. Не так быстро, ведьмак. Помни, что у тебя передо мной должок. Ты зарезал нескольких моих людей. Мы же хотим сговориться. Я хочу ее найти, ты понимаешь? И мне надо знать все. Понимаю. Но видишь ли, так получается, что мои дочь и жена тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. А какие гарантии, что я могу тебе доверять? Никаких. Кроме моего слова.
А если я не захочу? Ну чё, ты хочешь меня нахер послать? Милости просим, сука, давай. Я тебя тогда тоже нахер пошлю. Ну и чё? Обнимемся вместе, пойдем, да? Работай так, как будто ищешь собственную дочь. И ты справишься. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуние. Как сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Ты пробовал их искать? Я людей сразу же разослал, но они на такое дело не годятся. Последний мешок зерна у мужика, вот они из-под земли достанут. А человека в жизни не найдут. А кроме того, в Велине сплошные трясины, заболоченные леса. Полно укромных мест. Если хочешь кого-то спрятать, лучше края не найти. Перед их исчезновением не случалось чего-нибудь необычного? Может, они вели себя странно? Да все было как обычно. В мужике раз пришли с жалобой, что чудище загрызло бабу у колодца. А раньше там еще какую-то девоньку. Но в Велине это обычное дело. А мои женщины? Анна, как всегда, тихая, как мышка. Тамара занята своими делами. Ничего необычного. Возможно, их похитили. У тебя есть враги? Да какие там враги? Мужичье всякое там, недоебки. На мою семью ни один не осмелится руки поднять. А те, что могли бы осмелиться, давно уже червей кормят. Должно быть, двум женщинам тяжело жилось в таком месте. Что это значит, в таком? У них тут было все, что душа пожелает. Перепелки на обед? Пожалуйста. Голубые ленты из Тусента? Сколько пожелаете? Я имею в виду общество твоих людей. Они твоим женщинам не докучали? Не, они те еще разбойники, но свое место-то знают. Они понимают, что если хоть кто-нибудь глянет на Анну или на доченьку мою, я с него шкуру спущу. Этого все еще мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел, или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Все равно двери открывать. Работа моему Любушке подвернулась. Оно, конечно, не худшее. Вчера вот целая ведра. Самогону желаете? Постного сыру. Товар у меня немного, но все отличное. Покажи мне свои товары. Будь здоров. Барон у себя? Смотря кто спрашивает. Ведьмак. Хочу с ним поговорить. А я хочу оттрахать прекрасную королевну Церро. Я же его знаю. Ты давеча в корчме на распутье сидел. Я-то думал, ты по-хорошему пойдешь своей дорогой.
Вот и пришел сюда. У меня дело к барону. И что за дело? Важное. Только для его ушей. Добро. Лодрин, пусти его. А ежели он что учудит, так нас все одно больше. Открыть ворота! Сержант! Ардаль! Ведьмак к барону! Только тихо. Понял? Понял. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Ты в темерском войске сержантом был? Не твое это дело. Дезертир? Нет больше темерского войска. Так что ты тут делаешь? Когда черные нас разбили, у нас был выбор. Смириться и попробовать жить нормально. Или уйти в партизаны и сражаться за родимую Темерию до последней капли крови. Мы выбрали первое. И барон вами командует? Ну да. Командует. Вот в Изиме были балы. А, танцевал я там пару раз с моей Анною. Нас! Как мы там кружились! Раз, два, три, раз, два, три. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останетесь на чай? У тебя и без того гостей хватит. Даже на чай не остались. А еще, говорят, культурная нация. Со слухами всегда так. Мало что совпадает с реальностью. Это верно. Я знаю, кто ты. Догадываюсь о том, с чем пришел. Прошу. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Спасибо, я не за этим пришел. Ну, как хочешь. А я вот не люблю сидеть сухим горлом. До войны тут была винокурня. Лучшая в Велине. Сожгли ее до основания, сукины дети. Ну, к делу. Я Филипп Стенгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет Мясником из Блавикина. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе велен? Прекрасное место. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Зачем ты мне это говоришь? Это угроза? А, все ж ты не такой сметливый, как я думал. Нет, это не угроза. Вижу, придется говорить прямо. Я знаю, кого ты ищешь. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот.